конечно же, по этому поводу у нас одесский анекдот. Изя поднимается ночью и идет в туалет. И оттуда слышится такой разговор. «Ну что ж ты не писаешь? Зачем ты меня подняла, теперь не писаешь? Писай давай!» Жена ему кричит. «Изя, ты с кем там разговариваешь?» Он говорит: «Сарочка спит, ты уже его не помнишь. Пока, до завтра».